Всем привет! Небольшой обзорчик, опять запчастей прикупил тут местных ирбитских. Что-то новое, что-то старое. Дуга защиты головки. Тут так маленько покопался. В общем, что из нового нашел? Передача полностью. Корпус все новенькое. Это все в масле хранилось. Хвостовик тоже вот новенький, прям вообще. Вот комплектом гаечки. Все от руки крутится. Ну, новое, что. Прям ничего сюда нет, как говорится. Потом вот такие вот есть, их в масле не хранили. Первичный вал. Тоже видно, он не стоял ни разу. Ну, я думаю, тут подшипник поменять, все будет ходить. Шестеренкам ничего не сделалось. Ну, на крайняк можно отпесочить. Если шибко надо, то можно щеткой поширкать. Все будет ходить. Вот такие всякие штуковинки. По хрому маленько тут. Какие-то вот попадаются, не знаю, может, это даже и не ураловская. Кто знает, с чего это. Похоже на, знаете, на что? Вот стекло горка на коляску ставилось. Там откидные петли вот такие были. По-моему, это они. Такие вот на амортики хромированные. Это я вилку турист, наверное, на них соберу. Как раз два штуки хромированных. И сухарики где-то тут есть хромированные. Да не. Это все фигня, полирнется все. Все можно восстановить. Вот эти злощавые фонарики, которые постоянно у меня спрашиваете. Пружинок всяких куча. Потом задняя тяга в сборе. Заднего тормоза. Новое все показываю, то что нульцевое. Такие вот втулочки. Тоже новое не ставилось. Вот. Вилочки все. Шестеренки. Сейчас шестеренки отсортируют. Это бэушка, похоже, да. Отсортирую все, что старое. Вот это вот задней скорость. Ой, задней, говорю. Пусковая шестерня без задней. Вот. Ее можно будет. Тоже вот хром. Фонарики прям новые не ставились, всю жизнь так и провалялись. Такого добра вообще мешками картофельными. Вот гайка вот на заднюю, это на коробку выжимной, новенькие абсолютно. Вот эти штучки тоже беда с ними, особенно вот эти сухарики, которые здесь к рулю ставятся, тоже периодически попадаются такие. По мелочам тут поршня, это все мне уже не надо. Кто-то у нас восстанавливает в Ирбите, там точит под это, ну не знаю, как под номинал точить, если уже все раздолбано. И тут по мелочам такое что есть. О, вот это тоже, кстати, штучка нужная, как-то я одно время искал ее, новая прямо. Сейчас отсортируем, уберем в коробочку, пусть лежит. Такого тут нечего продавать. Просто показываю вам, делюсь, потому что сам кайфую, когда такое что-нибудь старинное нахожу. Вот масса. Не знаю, стояла, не стояла. Да я через телефон гляжу, сам не вижу ничего. Все получается. Ну, хрен его знает, проверять на тестером. Тут еще три контакта. В общем, вот так вот как-то. Вот этих резиночек тут гора. Но это все на выброс пойдет. Хотя она, вот видно, что она новая не ставилась. Ну, можно положить, в принципе, пусть лежит. Когда-нибудь пригодится куда-нибудь. Хотя у меня тоже, наверное, два картофельных мешка. Подшипники, это все сразу на металлолом у нас пойдет. В общем, также по-прежнему выкладываю и в телегу, и в ютубе, пока не заблокировали. Вот. Тут тоже откладываю людям то, что они берут. Кстати, крышки новые, тоже надо прибрать их. Пока они не прибрались отсюда сами. Потом, может, какой-нибудь мотоцикл попадется красивый, новенький поставить приятно. Красиво полирнуть их уже до зеркала, ничего не составляет сложного. Вот. Резина вот такая вот новая. Товарищ вчера сказал, приеду, не приехал. Серега, едь, то заберут. Шиповочка вот такая. Так. Вот. Руль на сайлентблоках, кстати. Тоже их что-то раньше искали, сейчас не знаю. По мне, так мне не нравится такое. Ну, в общем, вот. Такой небольшой обзорчик. Показал вам.
Кому что может интересно, пишите, звоните. 8-908-633-8785. Телеграм. Прямо вот сейчас название сделаю из телеграм-канала. Переходите по нему и подписывайтесь. Чтобы там, честно говоря, везде вот и ВКонтакте выставлять, и на Ютубе, и везде поднадоедает. Честно скажу. Там грузишь, туда грузишь, что-то как бы одно и то же, такое чувство, что на месте стоишь. Ну, в общем, все, всем пока. А, кстати, вот еще. А, ну да, это крыло я буду красить, решился. Потому что его маленько надо подремонтировать. Сидушку. Сидушку у меня заберут местные. Зеркало осталось еще. Шлем тоже кто-то меня спрашивал. Что-то потерялись. Вот. Ну, в общем, вот. Так вот, всем пока. Там тоже свалка у меня. Надо косить сейчас будет. Всем пока. Не забывайте подписывайтесь на телеграм-канал.